Росабаран Экспорт попал под новые санкции США. Компанию обвиняют в нарушении действующего в США режима нераспространения вооружений в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Российское акционерное общество Росабаран Экспорт в очередной раз попало под санкции США. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник, 8 мая, для ознакомления в Федеральном реестре США. Соответствующее решение принято 30 апреля и вступит в действие 9 мая. Компанию обвиняют в нарушении действующего в США режима нераспространения вооружений в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Напомним, в апреле Росабаран Экспорт была включена в черный список Минфина США. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://microrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.